Однако, здравствуйте. Киевские власти, получив пинка от американского вице-президента Байдена, вроде как возобновили карательную операцию в Донбассе. Основной удар направлен на Славянск, который считается центром сопротивления. Обобщая события четверга по всем доступным источникам, можно сделать вывод, что полномасштабного боестолкновения в Славянске не было. Каратели атаковали блокпосты в районе комбикормового завода, обстреляв их из всех видов автоматического оружия. Их жертвами стали практически безоружные добровольцы из местного населения, которые, собственно, и охраняют блокпосты, выдвинутые на несколько километров за границу города. Характер атаки также свидетельствует о том, что в ней участвовали не регулярные части, а боевики правого сектора и наемные. Бандформирования, сформированные украинскими олигархами-губернаторами Тарутой и Коломойским. Киевские военачальники, сосредоточившие вокруг маленького Славянска 15-тысячную группировку, включающую около 400 единиц бронетехники, артиллерию и авиацию, силы, достаточные для полномасштабной войны, по-прежнему боятся применять против нескольких сотен легко вооруженных бойцов самообороны регулярную армию, выпуская вперед правосеков и бандитов. Похоже, что армия им там нужна, чтобы замарать ее в крови соотечественников. Сомневаться в физической способности просто массы задавить практически безоружный Славянск не приходится. Однако, если каратели все-таки войдут в город, их потери в городских боях будут огромны, как и жертвы среди горожан. После этого остановить насосавшуюся кровью бандеровскую бандоту уже не сможет никто. Полномасштабная карательная операция в Славянске означает начало полномасштабной гражданской войны, а отнюдь не ее пресечение. Если вот эти люди начали, перешли вот так называемые острые фазы, это не острая какая-то фаза, это просто карательная операция, и она, безусловно, будет иметь последствия для тех людей, которые принимают решения подобного рода. Какие последствия, наш президент не уточнил. Пусть сами напрягут воображение, при том, что обычно он такого рода обещаниями не бросается. В этом контексте особенно умилительно выглядят американские угрозы наказать Россию санкциями за карательную операцию, устроенную их же киевскими прихлебателями по американскому же распоряжению. Есть основания полагать, что такие угрозы совсем бессмысленны, поскольку возможность уклониться от них никак не зависит от воли угрожаемого. Палач, приготовься. Господа придворные, молитесь. Принцесса заперлась в комнате. Никого не пускает, вы будете казнены. Ваше Величество, а вот я подумал. Все, песочные часы. Быстро. Вот если Россия лишена всякой возможности удовлетворить американские претензии, если не считать таковой введение российских войск с целью разоружения так называемых террористов, то у наших американских партнеров никаких препятствий удовлетворять себя самим нету. Для этого надо заставить своих же киевских марионеток выполнять подписанные ими Женевские соглашения. Только и всего. Однако, до свидания.